Здравствуйте, девочки, подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу продолжение своих павлинчиков от фирмы Даме. То есть сейчас я покажу, что у меня было отшито в прошлый раз. Вот мои цветы. Вот такой у меня был большой кусочек отшит цветочков. И вот кусочек хвостика. И я как бы в прошлом видео говорила, что я хочу начать отшивать птицу, посмотреть, как говорится, на павлина, потому что цветы-то все видели, а до птиц пока еще никто не дошел. И я сейчас вам покажу, что у меня получилось. Вот, девочки, смотрите, это у меня нарисовался павлинчик. Вот тут павлинчика уже вторая голова, это я продолжу вниз этот лист. Следующий у меня будет. Здесь вот небольшой цветочек. Очень много металлика вот в этой части, вот в этих вот перьях. Ну, тут, наверное, не будет видно на видео, но на деле он весь блестит. Вот, вот такая вот получилась у меня мордочка. Вот, мне очень нравится результат, очень красиво, очень все это на деле ярко. И я отшила, девчонки, вот иероглифы, если видно кому. Смотрите, какие получились у меня. Вот, и собачий нос тут мешается. Вот, смотрите, получается у меня иероглифы. Я как бы сначала думала шить, не шить, но потом решила все же, что в них какое-то послание от, как скажем так, производителя. Там достаточно хорошие пожелания, поэтому решила их вышивать. Вот, смотрите, вот такой у меня павлинчик получился. Теперь смотрите, какой у меня размер данной картины. У меня кровать, я не знаю, я не могу даже вот все взять в объектив камеры, потому что просто это огромнейший гигант. Вот, посмотрим еще раз птицу. Вот. В общем, девчонки, это мое продвижение. Наверное, за месяц. Вышло, конечно, мало. Нет вообще времени сейчас заниматься этими делами практически. Но, тем не менее, конечно, я стараюсь. Вот. Вот такое, в общем, у меня продолжение моего отшива. Всем спасибо, кто смотрит мой канал и в том числе следит за отшивом данной работы. Подписывайтесь на мой канал, девчонки. Дальше будет только интересней. Всем спасибо за внимание. Всем пока!